Всем привет, с вами Макс, вы на канале Top Drive Games. Сегодня мы играем в Need for Speed World в 2021 году. Да, когда-то эта игра была очень популярна, и я в том числе очень любил в нее играть. Это смесь Need for Speed Most Wanted и Need for Speed Carbon, только в онлайне. Сейчас, к сожалению, официальные сервера этой игры уже не работают, поэтому на просторах интернета появился фанатский сервер. Кто-то сделал сам сервер, и причем этот сервер уже давно существует, и его обновляют постоянно, причем туда добавляют новые машины, новый тюнинг. Тюнинга, кстати, тут навалом вообще. Ну, я, можно сказать, в нее почти не играл, конкретно на этом сервере, потому что я второй уровень всего лишь. И это моя АЕшка. Итак, давайте заходим, посмотрим, какая же графика в Need for Speed World на сегодняшний день. Слишком она унылая или нет? Онлайн тут, я так понимаю, сейчас 200 человек. Потому что тут отдельный лаунчер. А вот и наш графончик. Так, что-то я повернуть не могу. Что за фигня? Очень странно. Почему-то я... У меня машина не поворачивает. Подключен геймпад. Может, из-за геймпада. Сейчас его отключу. Странные. Так. Вот все, теперь работает. Да, эта игра специально заточена под клавиатуру, поэтому тут даже на геймпаде, мне кажется, особо смысла нет, потому что машины как-то так поворачивают заторможенно. Да, кстати, очень интересный факт. У меня откуда-то взялось 6 миллионов кредитов. Хотя я только всего лишь второй уровень. Но, по-моему, тут тачки нужно хотя бы третий уровень. Поэтому давайте посмотрим. Так, карта мира. Нам нужен какой-нибудь заезд. У нас, кстати, по-моему, машина D-класса или E-класса. Какой там самый низкий класс? Так, нам не нужны открытые заезды. Так, D... класс. Нет, по-моему, Е-класс самый маленький. Так. Чё, нету Е-класса-то, что ли? А-класса гонка. А-класс. А, Д. Тут для всех. Ну, для всех просто нас натянут, как маленьких просто раскатают. Открытая, открытая. Тут может... Так. Так, открытые гонки. Я уж забыл вообще все тут. Чё, конкретно под мой класс нету, что ли, гонок? Ну, меня просто ребята натянут сразу же. А я хочу хоть конкуренцию какую-то составить. Правда, у меня сток полный. О, Е-класс. Отлично, присоединяемся. Онлайн заезд. Присоединиться. О, сразу же. Чувак 29 уровня. На Хаммере. Пожелаем ему удачи. Что-то у него прям... По характеристикам очень уныло все. Но радует, что прям сразу же заезд нашелся. У нас спринт. Надеюсь, мы сейчас проедем гонку. Надеюсь, что мы ее выиграем. И получим третий уровень. Хотя, не факт. Ну, сейчас посмотрим. Так, попробуем... А, не получилось зеленой отметки стартануть. Ой, а чё тут прозрачно?
Чё-то Хаммер едет как-то хорошо очень. Офигеть, Хаммер едет. А я не помню, в Ворде вообще был Хаммер или нет раньше. Блин, можно было сократить. Я лошара. Но, в принципе, ничего не изменилось. Мы едем пока первые. А Ешка в поворотах хорошо себя ведет. Пончик ему. А, ему пончик. Ладно. Так, чувак, блин, на Хаммере за Ешкой едет, не отстает. Офигеть. Он еще даже меня догоняет. Вот Хаммер валит. Так, закись. Придется юзать закись. Других вариантов нету. Немножечко притормозили тут. Офигеть, он там влетает в повороты только так. Жесть, чувак. Ой-ой-ой-ой, засмотрелся на карту. Блин, я очень хочу выиграть этот заезд. Не хочу проигрывать Хаммеру. Тем более, блин, аж первому. Правда, это, наверное, альфа. Блин, чувак вообще уверенно едет. Ой, как давно я не играл на клавиатуре, а. Ну и нас еще почему-то спидометр в милях. Какого-то хрена. А вот и финиш. Фу. Ну, блин, стыдно бы было ему проиграть. Далее. Так, что у нас? 225 репутации. Это много или мало? Так, выбираем карту. О, нам запчасти. Ой, повторную гонку. Походу, мы уровень так и не получили. Будет он еще гонять или нет? Еще бы кто-нибудь присоединился, а то, конечно, я понимаю, что Хаммер едет на уровне АЕшки. Ну, что у него по характеристикам? Ну, у него характеристики слабже, но тем не менее он... Так, ну и чё? А, нет, все-таки мы получили третий уровень. Но, походу, он вышел. Или игра зависла. Походу, я не знаю. Нет, в опции я могу зайти. А, вот отсчет идет. Просто он что-то, видимо, долго грузился. Блин, конечно, жалко, что прозрачный. Я из-за него ни хрена не вижу дорогу, блин. Попробую без закиси. Потому что все-таки у нас машина помощнее. Так. Сокращалка. Ой, как я их не люблю. А в этот раз он решил не сокращать. Мы еще баг зацепили. Так, обязательно после этого заезда давайте посмотрим в автосалоне, что мы можем приобрести. Нам что-нибудь мощное надо, чтобы, блин, в открытой гонке со всеми гонять. Я помню, что постоянно мне больше всего нравилось в Ворде это ездить от копов. Там заезды такие были. Я не помню, как они точно называются. Но прям когда Тима едешь, очень прикольно. Хаммер, офигеть просто. Я просто в шоке с Хаммера. Валит, просто валит Хаммер. Интересно, это стоковый Хаммер такой? Или уже на тюнинге он у него? Чувак решил по фану чисто взять Хаммер. Он меня напрямую... Ну, он, наверное, с закисью просто едет.
если напрямую меня догоняет. Но в этой я ничего не использовал. В этой гонке мы честно победили, поэтому... Поэтому давайте... Так, далее. Забираем награды и переходим в гараж. Покидаем. Так, у нас достижение. Да или нет? Да? Мы получили награду. Так, погнали в гараж. У нас третий уровень. Я хочу вам показать, какие тут вообще есть машины, потому что машин тут реально много. Или же запишем отдельную серию. Хотя нет, давайте в этой серии я покажу все машины. Значит, что у нас тут? Все машины, кстати, стрелками нельзя, да, блин, приходится мышкой тыкать. Тут даже, кстати, можно сразу выбрать стиль машины. Офигеть, прикольно. Дрифт спек есть. Короче, Alfa Romeo 8C, Brera, но она, по-моему, Brera была. Ariel Atom, Aston Martin DB9. DBR9. Блин, неудобно так мышкой щелкать. DBS. Воланты. 177. V12 Vantage. Audi A1. Club Sport. Audi A3. 3.2 Quattro. Еще одна старая квата. Тут, кстати, тоже вот есть всякие спеки. Причем, ну... Раскраски даже отличаются. R8. Так, мотор отличается. Ну и одна более свежая. Так, R8 LMS. RS3 Sportback. RS4, S5. ТТРС купе, Бентли Континенталь кабриолетом, причем, блин. Купешный. Бэха первой серии. 135i. Ого, фига себе ценники на машины. Получается, единичка стоит 340 тысяч. Офигеть. А если еще ее взять другой комплект. Ух ты, какие комплектации тут неплохие. Блэктоп, этот чисто вверх, что ли? 392к. Это она какого? D-рейтинг у нее. Далее, короче, 3.0 CCL. M1 Procar. M3E46 кузов. 92 кузов. M3 GTR. Куда же без нее? Куда же без GTR LMS? 33 уровень для нее нужен. M3 GTS. E30 Sport Evolution. M4, M6. Причем кабриолет опять же, блин. Офигеть. Купешная. Z4, GT3 причем. S-рейтинг. Z4M. О, кстати, ее можно купить. Блин, а неплохая Z-ка, кстати. Она D-рейтинга. 250 тысяч стоит. Ух ты, какая раскраска прикольная. Прикольно сделали. Limited Edition. Дрифт спек. Блин, классно. Короче, возможно, можно будет ее приобрести. Вейрон. 40-й уровень нужен. Еще один Вейрон. Бьюик. GNX. Cadillac CTS-V. Или CTS. А, CTS-V, наверное. Так, Cadillac Escalade.
Блин, ну... О, коповский. К9. Катернам. Или Катерхэм. Камара СС. ZTL-1. ZTL-1 Элит. Ох, нифига себе. Драговый такой, блин, офигеть. Прикольный. 40-й уровень нужен. Шевиль, Кубальт, Корвет С7, Стингрей. О! А, блин, у меня нету таких очков. Стингрей, еще один Стингрей. Z06 Корвет. Z06 еще один вот такой красивенький. ZR1. Эль Камино. 300C СРТшный. А что у него, кстати, тут есть вообще? Ого. 25-й уровень нужен. Челленджер. А причем челленджер концепт тут? Челленджер Хеллкэт. Чарджер старый, потом более свежий. Ну, такой мне вообще Чарджер не нравится. Вайпер. Более старый Вайпер. О, ACR вообще офигеть. ACR Elite офигеть. Посмотрите на этот тюнинг. Выхлопные трубы. Офигеть просто какого. Диаметр. Феррари 3. Ух ты, какая красивая, блин. Я чуть не помню, что в Ворде такая была. Красивая Ферра. 599. Потом Калифорния. Блин, довольно хорошо машины проделаны. F40-ая. Фиат Пунта. Фланкер. Нифига себе. Фланкер засунули. Офигеть. Форд Капри. Краун Виктория. Астурий нужен, офигеть. Форд Эскорт. Еще один Эскорт. 150-й. Фиеста. Сколько? 5 миллионов Фиеста стоит. Вы че, ребята? Ну, это, конечно, цена борщ просто. Focus RS, Ford GT. Вот, GT40 есть, офигеть. Lotus Cortina. Mustang Boss. Красивый. Boss старый. 2005 года Mustang. 2015 года Mustang. RTR. Police Interceptor. Shelby GT500. Ух ты, это что такое? Ford Shelby Terlingua. Ford Mustang. Hennessy Venom GT. Honda NSX. Honda S2000. Ну да, я же говорил, Hummer H1 Alpha. Infiniti. Кстати, можно Infiniti купить. Стоит 270 тысяч. Неплохо, можно Infiniti. Так, Ягуары. Ох, какой красивый в зеленом цвете он, а. Это еще только половина списка. XKR, Ganch Rocky SRT, Koenigsegg. Смотрите, сколько Koenigsegg. О, фига себе тюнинг. Прикольный неон. Ламаджири, Авентадор, Каунтач, Пунташ, точнее, Диабло SV, Ламборджини Сток, и даже есть концепт-кар от Ламбы, нифига себе. Блин, ну красиво смотрится, почему, блин, они его в серию не запустили? Блин, такой бы противник,
Конкурент по Намере бы был вообще офигенный. Зря Ламборджини, зря. Надо было выпускать его. Гаярдо. Каких только нет. Уракан, Миура. Причем Миура концепт. Блин, красивая. Миура SV, Мурсилаго. Или Мурчелаго, как их там правильно. Ревентон, Сест Элемента, Венена. Лексус. LFA. Элис. Нифига себе. Элис Б рейтинг. 525 тысяч стоит. Лотус Эвора. Ой, какой смешной перед у него. Да и вообще смешной какой-то он. А, это Европа. А вот Эвора. Я что-то думаю, что-то не помню, чтобы Эвора так убого выглядела. Маруся. Мазерати. Кабриолет, он классно выглядит, кстати. Ух ты, кстати, Гран-туризма такой я не видел еще. Прикольно смотрится. Мазда. RX-7. Причем в разных комплектациях. RX-8. McLaren F1. MP14. Сена. Вах-вах-вах. Mercedes-Benz. Блин, CLS. Тут не было же CLS-а. Вот я бы взял CLS, он мне очень нравится. Но он стоит, блин, 4000 этих оранжевых кредитов. О, SLR McLaren. Mitsubishi Eclipse. Чё тут какой есть? Нету форсаж, набор форсаж. О, драговый. Жесть. Eclipse Elite. Фига себе, там динамиков наставили. О, прозрачный капот. И причем это распорка светится, подсвечивается. Eclipse GT. Lancer Evolution. Вау, какой Evolution. Неожиданно, неожиданно. Это что такое? NFS, Speed Rabbit, SUV. Ужасная машина. 200SX. 240. 300ZX. 350, 370. Вот 370 Roadster есть. Fair Lady, GTR. Сильвия 15, 2000, так, 32, 33, ой, Nismo LM, 33, конечно же, 34, куда без него, блин, а в Nismo затюн он просто шикарный, офигенный, Pagani Huayra, Zonda Zinc, Плимут Хемикуда, Плимут Ротранер, Полистар, ну, грубо сказать, Вольво. Я так думаю, они импортировали, наверное, из НФС ее, из хита. Понтяк GTO. Порш старенький, красивый. Так, ну куда же без 911-го? Ой, ужасный Porsche, мне он никогда не нравился. 914. О, 969. Тоже топовый просто. Carrera GT. Cayman. Концепт. Класс. Panamera Turbo есть. Renault Sport.
Меган. Меган РС. Сцион. Шелби Корб Дайтона. Смарт даже есть. Нифига себе. Кто хоть на нем будет ездить? Subaru BRZ. Ну, конечно же, VRX STI. Tesla Model S есть. MR2 и Toyota Supra. А, нет, еще тут Traffic Car Container. Vauxhall. Volkswagen Golf. R32 Golf. Scirocco. Даже такой есть Volkswagen. И наконец-то мы посмотрели все автомобили. Но пока я не знаю даже, что и брать. Давайте мы прокачаем нашу тачку, наверное. Прям вот. Прокачаем, наверное, магазин запчастей или нет. А это... Так, обвес я на нее пока вешать не буду. Давайте гоночный магазин. И поставим так. Комплект мне нужен. Блин, 210 тысяч. Офигеть стоит комплект. Точнее, мотор. Вот, элитный. А почему вот этот дороже стоит, я не понимаю. А, у него показатели скорости прям большие. Вот и выбирай, сиди, какой лучше поставить. Так, а давайте мне, кстати, еще гоночный. Так, так, нет. Автодилер. Я хочу посмотреть, какие там модификации есть для этой, для Ешки. Сразу же выберем Тойоту. А дрифт спек у нас есть. Ух ты, неплохо. Тест-драйв. Так, нет. А распродажа, что тут распродают? А, нету распродаж никакого. Ограничений по времени тоже нету. Подарки нету. Новинка. А, это вот все новые тачки. Но ни одну из них мы не купить не можем, потому что... А вот, можем, но Фиеста уж слишком дорогая. Что-то за нее заломили ценник прям очень жесткий. Почему-то, кстати, у меня еще износ у машины очень большой. А, я ж хотел... Давайте купим BMW за 4. Да, вот такую. Да, она стоит всего лишь 250 тысяч, поэтому давайте ее сразу же модифицируем. Поставим на нее детальки, так. Двигатель. А чё, на нее ничего нету? Да, на нее надо все выбивать, походу, я так понимаю. А, это мой инвентарь. Во, купить. Двигатель. Ну, я так понимаю, вот это самые лучшие двигатели. Ну-ка, надув, допустим. Что дает надув? Ага.
И как его купить? Нельзя купить. А, да, их даже выбрать нельзя. А вот этот уже можно выбрать. Так, и смотрим, какой... Вот этот, по-моему, 12-16. А, давайте так, закидаем, короче. Так, надув, двигатель тоже сейчас выберем. Так, 96 тысяч. Давайте такой поставим. Уже B-рейтинг мы. Так, трансмиссия. Нам тоже хорошую такую надо поставить. Так, 11.7, 11.14. Вот, кстати, неплохая. Ну, в принципе, вот, грубо говоря, ставь все самое дорогое и будет все самое лучшее. Потому что что-то уже совпало так с тремя запчастями. Смотрю самую, сразу самую дорогую, и да, она по характеристикам прям лучше получается. Так, мы B-рейтинг уже, тормоза. Офигеть, тормоза, 150 тысяч. А, их нельзя купить. Так, вот, 45 тысяч. И остается у нас шины. Я думал, мы до S-рейтинга доберем, а нифига не добрали. Так, 632 рейтинг А. Так это тогда нам получается лучше в B-рейтинге оставаться. Что бы нам убрать еще? Надув послабже поставить нам надо тогда. Вот, допустим, если мы такой. А если с тремя звездами мы поставим надув? Так, а если с четырьмя? Так, а если с пятью? Так, с пятью уже не катит. Тогда вот такой. Так, такой тоже не катит. Такой, блин, 600. Не катит. Тогда такой. О, 599, отлично. Покупаем. Так, ну получается у нас машина B рейтинга. Почему износ 100%, я только не могу понять. Так, консоль бонусов у нас настроена тут. Ну да, она для всех машин. Так, и кстати, вот сюда еще нужно что-нибудь поставить. Так, таран у нас стоит. Угу, что поставить-то, я уж... А, нельзя. Ну ладно. Давайте погнали, прокатимся. Итак, народ, нашел я гонку спасения командой. Попробуем этот режим, как раз по которому я говорил. И, кстати, Бэху я переделал на D-рейтинг. Теперь у нас 399 рейтинга. Потому что что-то я прокатился там на B-рейтинге. И скажу, что машина прям вообще не поворачивает. Нужно
подбирать прямо компоненты на управляемость. Плохо поворачивает, очень бэха это. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, что тут с копами. Ой, как слива-то лучше стартануло. Причем намного. Ой, тут прям жесть сейчас будет просто. Так, надо быть максимально аккуратным. Сейчас пока должно быть изично, потому что копы первого уровня. Это было жестко. Чё-то я не ожидал такого. Я помню, в Мосфандаде они разлетались только в путь. Опа, проскочили. Так, чё-то чел на сливе отстал. Проскочили. Погнали. Напряженная музыка. Ой, как слонов я не люблю. Все время так неожиданно выскакивают. Так, трафик, ты вообще тут не в тему едешь. Он идет прямо на заграждение, уже совсем близко. Опять заграждение, вы что, издеваетесь? Повороте не надо, не надо, пожалуйста. Он прорвался, снова уходит. Пододвинем, чувачку полегче будет. Ой, чё хоть ты тут творишь-то, чё хоть творишь? Видишь ты, он уходит, цель ещё движется. Так, мы пока что первого уровня, это пока должно быть изично. Да что, прям вообще подряд ставят. Давай, бэха. Сколько нам еще ехать? Ой. Блин, не вовремя я нажал таран. Ой, я чувака поймали, кстати. Блин, закиси азота у меня нету. Проскочил. Повторяю, нет, вставать, держать позицию. Ой, еще 21 тысячу футов ехать. Что-то долго прям. Через всю карту, нет, что ли? Не остановится. Попытаемся снова. Я теряю его, не удаюсь. Копы жесткие. Ой, тут прям внедорожники стоят. Так, что-то рывок фигово работает как-то. Так, здесь справа я проскочу. Опа! Опа! Обманул. Так, шипы, я боюсь шипов. Не надо, пожалуйста, шипы ставить. Опа! Так, таран. Ой, ты вообще таран куда, не туда едешь. Ой, ой, мне повезло, что он мимо проскочил второй. Блин. Так, чуваки, давайте. Так, 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 там стоят, значит, направо поедем. Ух, как проскочил-то. Так, не надо меня таранить. Вы же всего лишь первого уровня.
Так, это уклонение. Блин, а я думал! Обновление. Блин, а я не успею. А, нет, успею. Успею. Фу. Короче, в одиночку проехал трассу. Чувака прям в самом начале поймали. Диски все выигрываю. Достижения получили. Давайте заберем достижения. Так, и еще какой-то. Получить. Конечно, так вот, одному не очень интересно играть. Нужно звать друзей, играть в компании. Хотя бы 2-3 человек, и уже будет весело. А лучше 4. Поэтому... Если из вас есть желающие поиграть в Need for Speed World, пишите обязательно в комментарии. Мы потом с вами свяжемся и поиграем обязательно и запишем видосик. Поэтому, кто играл в NFS World, напишите в комментарии. Кто сейчас играет, обязательно расскажите об этом тоже в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.